Всем привет! И да, это вторая часть ошибочек. И снова ошибка в Макромедиа Flash 8. На месте CJ'а бы я бы сказал бы shit, here we go again. Короче, суть в чём. Вот сейчас открываю, да? Вот, угу. Значит, я хочу добавить звук открывания пробки, да? Причем, заметьте, другие звуки спокойно добавлялись. И да, если кому интересно, то тут я на протяжении 35 секунд взбалтываю. Да что, тут-то нету ничего интересного. Да, придется его посмотреть. Потому что я тупой. Даже так звук не пропадает. Это еще, кстати, одна ошибка. Но это уже невозможно, наверное, решить. Ладно, перейдем к ошибки, о которой я хотел сделать видео, да? Вот у нас звук открывания пробки. Я хочу добавить его. Ничего. Вот. Вот, видите, пусто. Угу. А когда я попытаюсь это добавить в библиотеку, то one or more files were not imported because there were problems reading them. Причем ничего не изменялось. Все тот же формат MP3. Вот. Как с звуком сбалтывания. Так, кошка меня бесит. Ладно. Короче, я надеюсь, что вы знаете, как это решить. Просто возьмите и допишите в комментариях. Поняли? Ладно, всем до свидания.